Всім привіт! Мене звуть Оля. Це мій музикант Олексій. Сьогодні для вас виконаємо пісню «Ленточка». І бажаємо вам, щоб у вашому житті було якнайменше людей, які роблять вам боляче. На літо зав'язана, розв'язалась ленточка, на літо украдена. Чужая жизнь. Нравится? Не нравится? А какая разница? Мне нужно больше двигаться и меньше говорить. Нравится? Не нравится? А какая разница? Мне нужно больше двигаться и меньше говорить. Я у друга спрашивала, где мой друг скитается. Да, видимо, не хочется другу говорить. Правильно, неправильно, а какая разница? Ведь слово можно вылечить, а можно и убить. Правильно, неправильно, но для меня есть разница. Ведь слово можно вылечить, а можно и убить. По бумаге кляксами вся жизнь расплывается. Видимо, не хочется мне много говорить. Нравится, не нравится, но для меня есть разница. В слове бы предательство корень заменить. Тебе нравится, не нравится, да ты почувствуй разницу. В слове бы предательство корень заменить. Правильно, неправильно, а для меня всегда есть разница. В слове бы предательство корень заменить. На лету завязанная развязалась ленточка, на ходу украденная чужая жизнь. Нравится? Нет, не нравится. Да ты почувствуй разницу. Ведь слово можно вылечить, а можно и убить. Нравится? Не нравится. Но ты почувствуй разницу. Ведь слово можно вылечить, можно и убить. Правильно? Нет, неправильно. В слове бы предательство корень заменить.